Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Есть, сэр. А, черт. Не надо. Сара. Сара. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Я... Господи. Господи. Прошу тебя, не убирай. Прошу тебя, не бросай меня. Дочка. Господи. Спи, котенок. Дженни! Папа! Сестра! Сара. Что тут происходит? Не смей тормозить. Нет. Убегать! Беги, спасай Сару! Чтоб тебя там! С днем рождения! Одну минуту. Стоп. Так речь о ней? Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Я еще не бывала так близко к границе. Зачем вообще ты нужна цикадам? Да брось ты. А вдруг, Джоэл? Доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет. Ну как, не разочарована? Знаешь что, Джоэл, мы с тобой очень дерьмовые людишки. Мы с тобой выживаем. Это наш шанс. Все кончено, Тесс. Мы попытались. Господи. Чего расчет? Быстро, на колени. Нахрена ты притащил эту соплячку? Не твое собачье дело. Пусть Тесс берет свою девку. Вообще молчи. И вместе с ней. Заткнись, понял? Ты не жилец, брат. Оттяни затвор. Держи вот здесь. Тяни. Вот так. Как выстрелишь, тут же загоняй еще один патрон. Прибались воды и... Ты охренел, что ли? О, Генри, слушай! Эй! Он бросил нас подыхать. Охренеть. Я привел к тебе ту, кто нас всех спасет, а ты решил повыделываться, малыш? Все, кто был мне дорог, либо умерли, либо ушли. Бросили! Все, кроме тебя! Ты не моя дочь. А я тебе не папочка. Ты поправишься. Дружок сбегает, приведет друзей. Пустишь стрелу промеж глаз. Именно. Доброе утро. Пусти! Элли. Девочка, она жива? Сука! Смотри сюда, сюда. Элли! Стой! Это я. Он ходил. Солнышко,
Это важнее меня, даже ее. Иди, я сказал. Иди, говорю. Где? Где? Пошли, детка. Это ее выбор. Ты можешь поступить правильно. Они и бросили попытки создать вакцину. Мы едем домой. Когда меня цапнули, я была не одна. Она сказала: давай просто ждать. Вот я и жду до сих пор. Элли. Ее звали Райли. Она умерла первой. Надо идти вперед, искать, за что сражаться. Знаю, ты не это хочешь услышать. Поклянись. Но... Отпусти. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Ты будешь ее искать. Клянусь.